Всем привет! Анекдот на автомобильную тематику с долей правды. В одного мужика что-то стучало в машине все время. Ну, вот как он ездит, постукивает и постукивает. Долго он искал, ну, в общем, всю машину уже перебрал. Ну, никак найти не может, ну, вот постукивает что-то, и все. Уже перебрал и подвеску, и панель разбирал, и, в общем, уже салон разобрал. Ну, и в итоге он нашел, что постукивало. Снял обшивку между дверьми, и там в стойке на проволочке висит гаечка, и стучит все время по стойке, когда машина движется. А возле гаечки еще такая бумажка, записка приклеена, и написано, ну что, нашел. На самом деле, это так его проучили на автосервисе, в котором он обслуживал свой автомобиль, видимо, допек слесарей. Ну вот и у меня случилась похожая история. Ну, на самом деле, слесаря здесь ни при чем. Я сам не знаю, как так получилось. В общем, месяц уже не могу найти проблему, что стучит. Ну и нашел я, в общем, эту проблему. Я вам сейчас покажу. На самом деле, я уже глушитель снимал, разбирал, все перетряхивал. Уже вот до салона добрался, но проблему все-таки нашел. Значит, стук проявляется, как вроде бы как какая-нибудь гаечка катается по глушителю, вроде как внутри глушителя, но он отчетливый в салоне. Этот звук очень четко слышно в салоне. В общем, я уже ночью катался и добрался до истины, нашел. Смотрите, вот в этом коробе, вот короб, и вот если я снизу постучу по днищу, то слышно вот такой звук. Вот. Ну вот и выяснилось, что в этом коробе что-то лежит. Я уже даже рассмотрел через дырочку, что. Так, ну и сейчас я попробую вам показать, что же лежит в этом коробе. Ну вот через вот это отверстие телефоном присвечу. Так, ну вот видно какой-то цилиндр. Сейчас я достану этот цилиндрик, и вы увидите, что это. Вот такой вот сюрприз. Зацените. Шариковая ручка. Подарок от предыдущего владельца автомобиля. Каталась внутри короба и тарахтела. Ой, как она мне надоела. Вы просто не представляете, как я давно искал, что же здесь тарахтит. А покажу вам, как она туда попала. Она вот так вот через отверстие вот здесь вот проникла внутрь короба и каталась внутри его. Я даже клеил шумоизоляцию и ее не заметил. Вот такие вот бывают сюрпризы, можно сказать, анекдот на личном опыте. На самом деле записки никакой нет от слесарей, что типа сюрприз нашел. Но найти вот этот стук было очень сложно и проблемно, потому что она еще имеет вот такой упор, это ручки-язычок, и она катается не постоянно. То есть при разгоне она вот так вот прокатывалась и делала два стука. И при торможении она стукалась об стенку и также стукала. В общем, считаю, что вот этот короб лучше вообще заполнить пеной какой-то или чем-то типа того, чтобы меньше звука проникало через него в салон.